Боже правый. Надо уничтожить этот груз. Сюда! Тут есть горючее. Я подожгу. Готовьте следующий. Это готово. Готово. Помогите мне залезть. Так. Сейчас найду, как вам подняться. Тут есть лестница. Еще канистра с горючим! Все! Этот можно поджигать! Перейдем к остальным. Хорошо. Бегите, займитесь остатками груза. Я задержу их. Я перезаряжаю! Пока я поджигаю ящики. Заряжаю!
Вот и последний. Заперто. Ликандра! Надо выбить дверь! Сейчас, сейчас! Что больше тебя не увижу. Как ты нас нашла? Времени нет. Компания стягивает свои силы к верфи. Пора бежать. Рыцарь, не искушайте судьбу. Наше дело сделано. Совет должен знать про этот ужас. Осторожней, рыцарь. Компания процветает благодаря друзьям в правительстве. Вы сами видели, что в ваших рядах есть предатели. Если бы все так и было, я бы заподозрил... Идет война против полукровок. Теперь их черному делу служит объединенная индийская компания. Помогите нам. Я рыцарь. Я клялся охранять страну, а не разрушать ее. Не верьте никому. Прощайте, рыцарь. Жаль, что мы встретились в таких обстоятельствах. Где вас отыскать? Шепните мое имя Уайтчепеле, и я приду. Грей, объясните, что происходит. Не сейчас, Изи. Не смейте уходить! Я видела вас в Уайтчепеле! Что? Вы за мной следили? Я боялась за вас. После схватки на мосту вы умчались прочь. Вы не знаете. Вообще ничего. Вы пытаетесь проникнуть в их ряды? Такой план? Сейчас не время. Что с вами, Грей? С тех пор, как погиб Мэлори, я смотрю на вас. И что? Что вы видите? Не знаю. Незнакомца. Которому не поймешь, можно ли верить. Я прошу вас, объясните, в чем дело? Не сейчас, Изи. Держитесь от меня подальше. Ради себя же. Вы! Найдите Лафаэта и приведите в библиотеку. Нить заговора тянется к совету. Ваше заявление чудовищно! Я отказываюсь верить. Если лорд-канцлер позволит мне, я... Я вам не позволю!
Не желаю больше слышать эти нелепые подозрения! Я еще никогда не видел вашего отца таким упрямым. Ваши обвинения бьют в самое сердце империи. Второго такого потрясения, как смерть Мэллори, он не вынесет. Всего-то и нужно посетить Blackhole Yard. За какой надобностью? Все сгорело дотла. Очевидный поджог, по мнению комиссара Дойля. В доках ранее видели небольшой отряд повстанцев. Все довольно... Какое там любимое словечко у комиссара? Ах да, элементарно. А вы что думаете? У меня нет мнения. Если хотите, я попробую убедить лорда-канцлера вынести этот вопрос на обсуждение. Если среди нас и впрямь есть предатель, заговорщики обо всем узнают. Что вы предлагаете? Проникнуть в здание индийской компании под покровом ночи. Сведения, которые помогут пролить свет на события последних дней, наверняка хранятся там. Проникнуть в штаб-квартиру компании? Вы следуете по стопам Мэллори. Отчаянные времена требуют отчаянных мер. Мне нужна ваша помощь. Едва ли пристало рыцарю-командору участвовать... Вы там раньше бывали. Вы могли бы помочь мне сориентироваться в штаб-квартире компании. А ваше свидетельство придаст вес моим словам в глазах вашего отца. Хорошо. Однако в такую авантюру нельзя пускаться вдвоем. И возможных союзников, достойных доверия, у нас мало. Моя сестра, Лафаэр. Я не могу привлечь их, пока нет доказательств. Тогда кто? Я знаю, кто поможет нам в этом деле. Спасибо, брат. Приближаемся к штаб-квартире. Мы же не через парадную дверь вломимся. Не волнуйтесь, я подготовился к нашему предприятию. Проникнуть в комплекс оказалось немного сложнее, чем я думал. Приехали. Это что, черный ход? Можно так сказать. Добрый вечер, Фрэнсис. Правда, скоро выйдет наружу. Все готово? Себастьян. Как договаривались. Оружие на столе. Выход на крышу через спальню. Благодарю, Фрэнсис. Рад служить, сэр. Фрэнсис служил в армии Содружества. Арбалет. Много столетий не держал в руках. Сейчас нужно бесшумное оружие. Идемте.
Патрули ходят всю ночь, все входы под охраной. Где точка проникновения? Сады. Так мы сможем подобраться незаметно. За мной. Нужно попасть на крышу. Идем, брат, сюда. Фрэнсис дал нам верные сведения. Выходит, он человек слова. Не скажите, просто за ним долг. И последствия обмана были бы крайне неприятны. Нужно найти в саду место, где можно прицепить. Та беседка вроде подходит. Хорошо, тогда стреляйте. Готово. Алистер, останьтесь и следите отсюда. Я дам сигнал, когда путь будет открыт. Хорошо. Будьте осторожны. Сестра меня не простит, если я вернусь без вас. Вы не ставьте ее в известность. Грейсон, не стоит устранять охранников до того, как мы получим доказательства. У нас нет времени, Алистер. Доверьтесь мне. По-другому никак. Черт. Доберитесь до нижнего сада. Ворота будут заперты. Вам придется найти ключ. Лукан, я прошел ворота. Убедитесь, что путь свободен. Идемте. Что дальше? Вы на запад, а я на восток. Лучше пока не говорить по коммуникатору. Согласен. Давайте. Встретимся внутри.
Мой добрый сэр. Похоже, я как раз вовремя. Пожалуй. Хотя я не думаю, что охранник смог бы со мной справиться. Вы здесь одна? Со мной Дэви и Финли. Они займутся остальной охраной. Я не мог рисковать отрядом. Но со мной один человек. А вы ему верите? Да. Всем сердцем. Хорошо. Что дальше? Мы встретимся внутри и пойдем в архив. Пора. Как видишь, приходится сражаться. Они здесь. Рани, мы нашли вход. Будем на месте, залезем на балкон, подогнав повозку. Рыцарь, помогите загнать на место. Вперед. Наверх. Дэви, нет. Ты останешься. Рани, я должна быть рядом. Ты всегда рядом, дитя. А он и его помощник? Послушай меня. Разве ты не знаешь, как дорога мне? Так почему ты меня гонишь? Ты продолжишь мое дело, если со мной что-то случится. Не говори так. Дэви, вы мне не верите, но я буду защищать вашу королеву. Это мой долг. Смотрите у меня. С этой девушкой лучше не ссориться. Сзади еще набежали! И по лестнице тоже! Еще! Дробовику каю! Надо перезарядить! У нас потери! Охранник убит! Перезаряжаю! Ты! Чтоб ты сдох! Охранник нейтрализован. Я тебя прикрою. Больно. Твою. Перезаряжаю. Внимание.
перезаряжаю! Они наверху! Вперед! Вроде бы это все. Подмога может нагрянуть в любой момент. Идемте. Вперед. Лукан, не стреляйте! Это Лакшми Бай, глава восстания. Вы ей доверяете? Вы что, совсем разум потеряли? Могу задать тот же вопрос. Не знаю я вас, решил бы, что меня завели в засаду. Я думаю, точно так же. На это нет времени. Нам нужна помощь, а мне больше не к кому обратиться. Безумие, вы ставите под удар самое сердце Ордена. Алистер, просто поверьте. Вы просили найти доказательства. Она была в Блэкхолле. Видела то же, что и я. То есть она помогла вам уничтожить доки Объединенной Индийской Компании? Мой отец был прав, это однозначно теракт. Вас используют. Она рассказала о заговоре. И чтобы покончить с ним, без нее не обойтись. А если это не так? Тогда мы ответим за свои действия. И понесем наказание. Как Мэлори? Надеюсь, вы правы, Грей. Не хочу, чтобы вы оказались предателем. И я тоже, брат. Вон они! Дальний конец пола! Охрана идет с того конца! Проводите! Перезаряд! Дробовику даю! Охранник нейтрализован! Никого! Пошли, комната с архивом там. Сюда, через балкон во дворе. Они на балконе! Охрана! Во дворе! Бросаю осколочную! Я под обстрелом! Справа! Сотрудник компании убит! Найдите укрытие!
еще из подвала лезут? У одного из них термитное ружье. Цель поражена! Найдите укрытие, рыцарь! Рыцарь, найдите укрытие! Сотрудник компании убит! Скоро нагрянут другие. Идем. Галахад, помогите открыть дверь. Готовы? Комната с архивом впереди.